Здравствуйте, имеете ли вы постоянное место работы? Здравствуйте, еще нет. Летом у меня была практика, поскольку я обучаюсь на третьем курсе юргу, пришла на четвертый, вот, и практику проходила в турфирме, куда меня пригласили работать. А по какой специальности, чем вы занимались там? Вообще это турагентство, а специализация у меня проектное управление. Ну, на данный момент, да, на лето устроился. А кем ты работаешь? Проводником пассажирских вагонов. И что входит в твои обязанности? Ну, встречать людей там, когда они заходят в вагон, провожать их, раздавать постельное белье, чайную продукцию. Ищу и как раз иду на собеседование. Дело в том, что сейчас очень много требуется так называемых продажников, менеджеров, которые должны все время продавать. К сожалению, мне эта работа не подходит. На меня возложена задача по организации работы копи-центров юргу, трех. Полностью их работа, снабжение, изготовление мебели, закупка материалов. Ну, фактически я разнорабочий, выполняю очень широкие функции. На данный момент у меня нет постоянного места работы, потому что я только что получила диплом, и сейчас я в активном поиске работы и надеюсь, что как можно скорее найду. Вакансии искать приходится на сайтах. На сайтах очень много информации ложной. Ну, в общем, приходится вертеться, как можно больше рассылать резюме и получать какие-то отклики время от времени.